Почему у тебя такое лицо, Слава? Почему ты квадратный? Всем привет! Вы на канале Juza Play, и сегодня мы играем Murder Mystery вместе со Smell Ready. Всем привет, ребята! О, я поменялся. И поменялся? О, 5%. Тебя как зовут? У чувака тут... О, здесь нож зеленый! Уходи! Как спрятаться так, отсюда? Вот девочка. Вот зеленый нож, это ты что ли? Какой? Че? Меня убила девочка, за что? Как отнять как у него нож? Ты да как я желтый. Зовут тебя как? Меня зовут Унхруфрум. Вот, да, я вижу, ты прыгаешь. Унхруфрум. Унхруфрум, отдай. Дай нож. Девочка взяла, просто застрелила. Ну она думала, то, что ты опасный. И че он стоит? Ну так неинтересно же. О, ничего себе он кидается. Отдай. Давай, попробуй. Ну и как? Ну это же, это бред. Вот я не люблю таких, которые стоят и пасут пистолет. Но он же все равно проиграет. Ну, наверное. О, все, освободилось. Бежим, бежим, бежим. Давай, ускорение. Давай. Он сзади тебя прям. Есть, я успел. Просто профессиональный выстрел от профессионального шерифа. Да, профессиональный. 8%. Я в фиолетовом такой или в розовом. Я желтые шортики, короче. А, это ты что ли, Рикардо? Где Рикардо? Подожди, у меня, я даже... Не, шериф. Какой шериф? Ты кто? Здесь шериф. Я Килуа. Килуа? Кило. Ты? Я Кило. Отель, что ли ты? Нет. Не-не-не-не-не-не-не. Нет, нет. Нет. Это ты, Килуа. Килуа? Это ты убийца, что ли? Это ты убийца, да? Да нет, я в секретке вообще стою. И через дверку смотрю. Он там... Подожди, там пистолет он охраняет. Да я знаю, он не выходит. Он там сидит. Мы его заперли. Это ты в розовом пиджаке? Да, это я. Я говорю, это ты. А, пуляется. Ладно. Мафиозник. Тут у нас чувак вообще стоит в отеле, ему нормально. Вот он сейчас тоже зарежет. Нам затылок ему. Где ты, Кило? Да я сзади там в коридорчике стою, смотрю. Кило. Привет. Видишь, какой у меня этот... Да я говорю, ты прям мафиозник. Где он там? До сих пор там стоит, что ли? Да, вон там, где пистолет. Хочешь забрать, попробуй? Давай, пошли. А, не. Нет, да. Тихо. Он кинулся на ножик. Он идет. А нет, все, он передумал. Он охраняет. Он хранитель очага. Ой, кто-то побежал туда, смотри. Все, минус этот чувак. Они все идут и суицидаются на свежем воздухе. Ай-яй-яй, он так и будет стоять, как стоит. Можно просто смотреть и все. Можно смотреть. Но я на ножичек развожу, как бы. Вон, побежал. Куда он побежал? Вот он, около выхода там стоит. Он бежит. Забирайте пистолет. Забирай. Я увернулся. Да забирай, это мафиозник. Да иди, забирай. Нет, он там остался, ты что? Ну надо было, он же... Я его стригерил. Вон он стоит, до сих пор пистолет охраняет, дурачок. Дурачок, иди сюда. Сейчас смотри, он ножик кинет из тумана. А мы по договоренности играем или нет? Да, по договоренности. А можно и не по договоренности? А можно и по договоренности. Я такой, тебя сейчас... А здесь два убийцы. Че за Джулиет? Какая Джулиет? А, я Джулиет. Че за Джулиет? А я Килуа. Смотри, побежал, смотри. Все, смотри, какая прическа у этого квадрата лицо. Бежит? А, да, он бежит. Бежит. О, ничего себе. Забирай пистолет, пожалуйста. У него хасп, что ли? У него хасп. Я не знаю, он бежит сюда, пистолет. Забирайте, чувак, пока. Он в халате стоит. Да, бежит. А, он здесь. Застреляй его. Молодец. Есть. Стали 5 экспы оставалось до конца раунда. Ух. Там секунда, и мы его застрелили. Да, вот это победка, конечно. Давай записывать видео. Донатер против про в Murder Mystery. Ты будешь донатером, а я буду про. Давай. Давай, все. 4-5, 10 минут 5. Прикольно, как на ножик кто-то. Не голый стал, просто разделся. О, 10%. О, 10%. Я не убийца. Я тоже. У меня... Кто? Я Сквидвард. Я Сквидвард. Какой Сквидвард? Как тебя зовут, скажи. Алар меня зовут. Алар? Это ты? Нет, Алпха. 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 Алар. Ты как выглядишь, скажи. Я Сквидвард, ты сразу поймешь. Стой! Я X-Ray. Тут какой-то чувак. Девочка какая-то бежит, да, на тебя? Да. Нет, это не девочка, это... Ой! Вот здесь порезали чувака. Где, кого порезали? Вот здесь. О, еще одного порезали. Где коробки? А ты где? Это девочка в зеленом пиджаке. Ясно себе. Ты наверху, ты умер? Нет, я тут в переходе. Это ты? Альфа. Да, вот я Сквидвард, смотри. Да. Видишь, я Сквидвард. Сквидвард.
А где он? Вот она бежит. Вот это синяя. А, не, вот, все, теперь я знаю, там шериф сражается, да? Или это она мороженое держит? Нет, это нож у нее в руках, вот же девочка с ножом. Нет, а с пистолетом кто? Где она, я не знаю. Нет, она бежит за мной! Аларм! Ясно? Бежит такой и погиб. А где шериф? Я не понимаю. Че, попался? Бултыхнуться не получилось? Бултыхнуться, сейчас она тебя уничтожит. Нет, не уничтожит. Где она? За мной, да? Нет, она спряталась. Сейчас она тебя отсюда выйдет и порежет. Мальчик из тумана. А, она на улице бегает, сражается. А, ясно. Джуза, привет. Ты привет, там лежишь. Это Сквидвард. А, нет, я там уже не Сквидвард. Вот шериф бегает. А у меня руки зеленые. У тебя руки, да, у тебя руки не такие, как должны. И лицо светлое. Я был желтым. Да, кстати. О, да, наконец-то. Наконец-то ее прикончили. Смотри, какая у него прическа. Чувак, что ты какой-то неадекватный? Это Слава, что? Да, Слава, смотри. Слава, КПСС. Это гнойный. Слава, почему у тебя такое лицо, Слава? Почему ты квадратный? Он еще лысеет. Просто надо сесть. Я тоже хочу, подожди. Да стой, Слава, подожди. Слава, можно сесть к тебе на голову? О, я голенький стал. Ну, что там? 11%. 11%. Я не убийца. О, вот Слава КПСС бегает здесь. Ты кто? Как у тебя? Я девочка с красными волосами. Ты убийца или не убийца? Нет, не убийца я. А мой ник не написан. Я Унформ. Унформ, а я Новембер. Навальный. Зеленый ты? Я зеленый, да. Это ты? Унформ, вон я вижу тебя, да, вот я. Ты убийца? Нет. Точно? Я не убийца. Да точно, сейчас сам меня порезал. О, порезали кого-то. О, стой, я своих волос испугался. Блин! А, это убийца, что ли? Нет. О, жесть. Ты что меня так испугал? Я сам испугался. Думал, никого нету. Как вылезет резко, блин. А где ты? Новембер, ты где? Снова эта девка! Уйди, дурак! Ты что так пугаешь? Я обосрался просто. Так а что ты не можешь пройти, она прям. Я такой очень медленно хочу посмотреть, что там. И ты на весь экран. Вообще жесть, у меня же голова закружилась, как я. Я задыхаюсь. Я зарезали. Она здесь. Жесть. Нет, пожалуйста. Все, хана тебе. Опять это же блин, что так? Что лица играет? Жесть, не жарко. Бежит убийца прям сзади. Я весь в слезах и в поту захлебнулся сейчас. Все, последний остался, да? 15%. 15%! Не убийца ты? Убийца! Ты убийца? А как я зовут? Убийца! Я не знаю. Как тебя зовут? Я еще не знаю, как меня зовут. Ты шериф? Я Хотель. Нет, я просто человек. О, я Хотель. О! Я шерифа нашел и уничтожил. Да, вот, я подбираю. Тихо. Извини! Там было двое, я думал, ты тот, который сзади. Сорян! Да здесь непонятно, кто есть кто. Взял, уничтожил меня. Смотри, чё. Уу! Опасность! Режь её! Всё. Фух! О, еще один опасный шоколадный мальчик. А, или девочка, я не знаю. Всё, что ли? Да. Ну блин, я тебя порезал случайно. И на этом все, ребята. Если вам понравился хардкор мод в Murder Mystery 2, обязательно напишите об этом в комментариях и поставьте свой крутой лайкосик. А также не забывайте подписываться на канал. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.